Всем привет, друзья, с вами Кенник, и у нас завершен уже этот турнир, скажем так, второй этап, и мы заняли, наконец-таки, первое место. Это было вообще что-то с чем-то. Сегодня хочу вам сказать, что много было всяких подкастов, всяких подковырочек и так далее. Вообще задания были офигеть какие сложные. Я смотрю, опять обнулился рейтинг. Очень интересно. Ладно, я быстренько расскажу. Короче, я смотрел, мне скидывали ребята, что люди не могли нанести, допустим, тоже те же 590 урона, да, там, если сейчас вот посмотреть, те же каких-нибудь там 30 боссов, 35 боссов убить, это вообще изи задание. 60 великанов, это тоже изи задание. Вот в гробницах, ладно, еще, потому что вам тут будет постоянно мешать. Сегодня я расскажу, как это все делалось. Это все делалось на самом деле изи. Вот насчет великанов. Есть видео у меня на канале, которое посвящено тому, что как проходить Одина, сэкономив очень много лута, при этом всем с одной пятки. Короче, когда вы убьете всех великанов, ой, всех мобов к проходу великанам, вам потребуется один навык, это иллюзионист. Иллюзионист делается достаточно просто, вы его вкачиваете за те ресурсы, которые вам отправили были на почту. И просто мобов собираете, один дает отсчет, начали, каждый из 16 людей делает, я не помню, поскольку мы считали, это все надо сидеть рассчитывать, мы делали это вообще на изи и получали достаточно крутой бонус. Вот если 60 поделить на 16 человек, находящие у вас в каждом семье, ой, в клане, то получается по 3,75. 3,75 это каждому по 3 великанов убить. Это реально изи. Точно так же вы должны убивать боссов. Это тоже изи. Канал GFC, по-моему, мне скидывали, что они всем кланом, ой, всей семьей убивали одного босса. Это просто жесть, какое глупое решение, по моему поводу. А потом они поняли, что во время того, как они начали проходить, они поняли, что это глупо, но время уже не осталось. Ну, как бы это очень изи. Вот этот вот квест нанесите 120-180 тысяч урона любым боссом. Он реально, он очень изи при имении с собой навык иллюзионист. Это все делается достаточно просто. И когда вы все это дело делаете, у вас набираются кулоны. На кулоны вы носите, каждый из 16 людей может скинуться на те же кулоны, открыть эти кулоны, неважно за стальные, за деревянные, какое-никакое оружие, 182 тысячи урона, тоже это делается классом иллюзионист, потому что вы бьете босса в, ну допустим, мы били, кто-то голема бил, кто-то бил великана, потому что там не было ключей, кто-то бил этого некро, кому-то было бы проще его. Это делалось на иллюзионисте, вы просто добиваете до одного места, ой, до 1000 хп, и отагриваете его либо иллюзиями, либо вспышкой, которая есть у навыка иллюзиониста, потому что мобы сразу отагриваются. Вот, это тоже изи. Дальше что? Что там, какие еще были квесты такие сложные. Наверное, сейчас, вот легендарные, конечно, мы никогда не делали 1401 сета. Я не знаю, люди, которые придумали это, наверное, нереально, потому что локации не обновляются. Все 16 человек просто бегают, фигней занимаются. Очень интересное вот это призрачные цветки. В каждом подземелье есть три цветка, находящие, если вы будете находиться на красной локации, и в каждой локации есть три цветка. В данже я имею в виду. Но перед тем, как вы туда пойдете, сначала вы чистите данж. Но, опять же, это надо, чтобы вы ни с кем не попались. Потому что если вы с кем-то попадете, он будет вам мешать и так далее и тому подобное. Но не суть, это вполне выполнимый квест, не знаю, пишите, пожалуйста, комментарии, выполнял кто-нибудь из вас или нет, потому что мне это реально интересно, потому что в некоторых случаях мы с ребятами тут спорили, стоит выполнять, не стоит, но мы, короче, не выполняли его. Но я тут продумывал, просиживал, можно было это делать очень хитро, на самом деле это очень такая подковырка, что, не знаю, достойно Лукаса под этим видео, потому что я это все сейчас расскажу. Есть такая тема, когда вы заходите в семью, вы делаете, допустим, одного человека.
это должен быть ваш какой-нибудь друг, не находящий на вашей, вашем клане. Если у вас таких три друга, которые могут помочь, ну то есть они чистят данж до цветков и потом вас приглашают в семью. То есть вы получаете свои два данжа, лутаете, то есть красный лес и красный камень. При этом всем добив босса, но не, не убив босса, либо не лутать его. Ну, чтобы вы пришли, просто до цветков забрали и ушли. Точно так же делаете и в другом. Это тоже очень интересная вещь. И пускай вас друг, если он готов вас принять там, или еще что-нибудь, вы лутаете свои цветки, затем лутаете цветки у вашего друга, когда он вас пригласит. Это реально тема, которая заслуживает прям очень сплоченной системы кланов, потому что ну, тут рассчитано на то, что вы должны друг другу помогать. И эти все квесты, которые у нас здесь показаны, это реально все делается совместимо. Вы должны это все продумывать, потому что 16 человек... И тогда с четырьмя не управляешься, если ты играешь в семье. Но 16 это очень сложно на самом деле. У меня здесь есть 190 1973 очка, да? Здесь я, мне ребята скидывали, что добавили в наш сундук. Я хочу его открыть, посмотреть. Это, видать, будет в следующем, возможно, не знаю, в следующем, возможно, вообще будет ли это или нет. Не знаю, короче. Появился очень интересный сундук, награды обновились, если в некоторых случаях, вот во втором этапе были какие-то там небесные кони или еще что-нибудь, сейчас можно посмотреть вообще, что это за лошадь, какого она будет ранга, ну типа прикольно, чего нет, это очень удобная достаточно штука, потому что в некоторых версиях это, точнее раньше такого не было. В лагерь клана можно посмотреть. Там есть вот такая штука. Ну, все уже вы, наверное, знаете. Что-то какие-то долгие прогрузки на ОБТ. Во, есть. Прошла тема. Есть вот такие три сундучка. Угу. А первый один из них, вот награды реально обновились. Вот здесь бурая лошадь в броне. Кстати, третья лошадь, ну, тоже интересно. Стоит 100 очков. Но когда вы покупаете, ну, допустим, я покупаю. Видите, оно дается рандомно. Это как бы... О, прикольно. О, приколдос. И что, мне на почту падает, да? Да, он мне упал на почту. Дальше. Здесь будет идти у нас небесная лошадь в броне третьего ранга. 200, покупаем. Ясно. Очень интересно, что не очень интересно. Дальше, самый главный этот сундук лидера, стоит 400 очков, и смотрите, кто у нас здесь, это медведь, а, это первый ранг, это редкость третья, первый мишка, а здесь тоже? Да, первый ранг, короче, вы начинаете с первого ранга и качаете до того медведя, какой вам лучше, какой хотите, давай, медведь, угу. Еще раз, медведь, блин, а медведь будет? Зачем мне сумка? Ясно. Короче, с моим-то везением ничего и не будет. Ну, плохо, что повторяются, реально, как бы... Типа, зачеркивалось бы хотя бы. Ну, я не знаю. Как-то чуть-чуть несправедливо. Ладно, это был сезон. Второй, точнее, не сезон, а это был этап. Второй этап, который был... Достаточно потным, потому что очень много... Иногда надо делать осознанно простые, допустим, вы потянете, да? Не прыгать на легенду, потому что, ну, реально, вот это вот все, это если делать, то, возможно, вот 590 тысяч урона мобам. Как я уже говорил, отагривать, либо собирать и начинать бить, и всем-всем-всем бить. Боссом изи, катка, вот тут можно было бы... Вот если бы сейчас это... Ну, я не знаю, задания обновились, но нам разработчики ничего не пишут. Даже про то, что мы заняли первое место, тоже что-то не пишут во втором этапе. Не знаю, как бы, ждем. А вот, и здесь тоже можно, если объективно думать, вот я бы, если сейчас было бы, мы бы взяли великанов, а потом... Ну, если так вот подумать, 182 тысячи по любым боссам, однозначно, и что-то еще, может даже вот это, 27, 270 тысяч, то есть в лесных,
и горных локациях. 270 тысяч, это, в принципе, тоже немного. Если на человека, если раскинуть, сейчас я быстренько на 16, если все прям активно играют, то это по 16 тысяч урона, это, в принципе, немного. Но иногда бывает разное. В клане у нас было вообще, у кого-то дождь там, у кого-то гроза или еще что-нибудь, начинается это все дискомфуз, который ты выполнять должен, кого-то тащить. Короче, кланы ждем. Поздравляю всех с первым местом. Это реально очень было плотно. Все, ребят, с вами был Кенни, как всегда. Пока-пока, до новых видосов. Ждем обнову. Чао, какао.